Здравствуйте, капитан команды Штутгарт, погребной Виталий. Что вы хотите сказать об игре? Насколько было вот ожидание ваше, что получилось, какие-то моменты, что-то интересное? В сегодняшней игре нам обязательно нужно было брать 3 очка. Мы их взяли, это та игра, которая, можно сказать, что результат остается, игра забывается. Хотел бы несколько у нас игроков сегодня выделить. Один из игроков сегодня сделал все 4 результативные передачи. Хотелось бы также спасибо сказать команде Дортмундской Боруссии за хорошую игру. В целом, очень боевая игра получилась. Спасибо всем за игру. Вопросы к судейству. Все хорошо получалось. У вас были интересные моменты, пенальти, какие-то такие моменты. В ворота летели, попадало в штанги, куда-то перекладины. Вопросы, конечно, к судейству были. Это не Карен, но на самом деле ничего критичного. Спасибо судье за игру. То есть, в принципе, все прошло хорошо. Все хорошо, спасибо. Спасибо, удачи вам, побед.